Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И в сегодняшнем видеоролике мы распакуем вот эту вот посылку, в которой находится лазерный уровень, 3D лазерный уровень на 12 линий с зеленым лазером. То есть бренд, точнее не бренд, а да, бренд, верно, Hilda бренд, магазин немножко по-другому называется. Там не официальный магазин, а может быть второй официальный магазин, не знаю. Но на момент покупки цена была поинтереснее, чем в официальном магазине. Ну и смотрю, там заказов было больше, чем в официальном магазине на тот момент. Ну, продавец вроде бы более или менее адекватный, но отправлял долго, так уж долго, что просто. Там еще такая вот курьезная ситуация получилась. Суть в чем, я вам пока еще и расскажу, в том, что получается, я заказываю этот уровень, я жду неделю-две, продавец не отправляет. Пишу ему, что там, как там, скоро, надо уже отправлять, время идет. Да, скоро будет. И так вот мне там через день, через два отвечал постоянно, что скоро. Так дошло до одного месяца. И я говорю, я буду там жаловаться и буду отменять заказ. Он: хорошо, да, отменяйте заказ, только укажите свои причины, что по своим причинам. Я, естественно, выбираю причины, что товара нет в наличии. Он не подтверждает, а отклоняет. И так постоянно, каждый день я ему делаю. То есть я 7 дней отказывался от заказа этого по причине того, что товара нет в наличии. А когда я указываю, что товара нет в наличии, у них какие-то минусы за это есть, или стресс-санкции, или там комиссию какую-то платят. Ну, то есть это плохо для продавца. Если я выберу свои причины, это плохо, конечно, будет для меня, для рейтинга вполне возможно. Ну, во всяком случае, я вот так вот 7 раз понажимал, и в итоге он отправил товар. Но прежде я был уже уверен, что он товар не отправит, и была следующая распродажа, и еще на 3 бакса я покупаю этот же уровень дешевле, чем первый раз. Так вот, после этого мне просто уже, знаете, как бы интерес был, я там постоянно нажимаю, чтобы он отказался, точнее подтвердил мой отказ по причине, что отсутствует товар, он не подтверждает. Естественно, я думаю, сейчас срок выйдет и все. Срок не вышел, и через 7 дней он отправляет вот этот вот заказ. Сразу же, как только проходит там где-то 3 дня, я пишу ему, он пишет второй заказ, то, что я второй раз уже заказал, пишет мне, что пока нет, скоро будет. Я начинаю точно так же делать, отменять заказ по причине того, что его нет в наличии, продавец не отправляет. И вы знаете, вот так раза 3 или 4 я запрос подавал на отправление, на отмену заказа, и он отправил. И в итоге у меня получается, должно быть, это еще не пришел, должно быть 2 таких вот равносильных заказа, один на 3 бакса дешевле, в итоге, как-то так. Во всяком случае, давайте открывать, смотреть. Заказывал, почти максимальную комплектацию. Заказывал для чего? Просто для того, что дома сейчас идут ремонты, и вы знаете, для множества случаев он может пригодиться. Итак, смотрим сразу комплект с сумкой. Можно, по-моему, без сумки, если я не ошибаюсь. Сумка, конечно, не супер, не топ, но внутри твердый такой вот поролон или пенопласт, не знаю. Сам уровень. Кстати, еще бывают, первое, что я скажу, я любитель, я не профи, никаких супертестов сделать я не смогу, только все самые обычные, простые бытовые задачи. Вот сумка, супер-супер, его бы достать отсюда, это чуть ли почти непосильная задача. Как вы видите, он такой вот небольшой, но достаточно увесистый. Батарея здесь. Я перед тем, как заказывать, посмотрел текстовые обзоры. Это пластик, да, это пласт. Текстовые обзоры множество на такой вот уровень. Но в итоге, смотрите, вот это вот аккумулятор. Здесь две батарейки питания 18650 элемента. Написано 6000, я, конечно, сомневаюсь. Может быть, в реальности 2 по 3000 и будет, но в чем я действительно в реальности сомневаюсь. Контакты есть, батарея разборная, если что-то случается, заменить можно. Дальше, смотрите, здесь
блок питания подключается сюда. Разъем, как я вижу, более или менее стандартный. Сейчас посмотрим по параметрам. Не составит труда найти ему замену. Резьба под штатив, кстати, отправляет двумя посылками. Вот это вот первая посылка, это сам лазер. А вот это вот вторая посылка, где находится штатив. Сначала пришел лазер, уровень лазерный, потом через где-то дней 7 пришел штатив. Вот как-то так. По материалам, ну, более или менее, здесь надпись Хильда есть, более или менее, смотрю, собран добротно. Вот это вот зеленые вставки, это пластик, черная, это резина, причем твердая резина. Если, да, он даже пружинит тут на угол. Реально пружинит. Я думаю, если углом стукнется, ничего ему не будет. И здесь заявлено класс защиты IP54. Пыль и влага защиты IP54. Ну, это не супер какой-то защита, но во всяком случае от пыли и от, к примеру, брызг, дождя он защищен. Лазера у нас 3. Вот 1, 2, 3. 3 призмы, 12 линий получается. Вот как-то так. Включим, потом еще посмотрим. Он точно так же хорошо разбирается. Вот 4 болта на 2 части разбирается. Я все это видел в обзорах и в тестах. Так, это крепление. Давайте посмотрим. Здесь инструкция еще есть. Инструкция есть на английском. Смотрите. По характеристикам до 30 метров может срабатывать. Лазер 635 нанометров, 1 милливольт. Работа температуры от минус 10 до плюс 40. Хранение от минус 20 до плюс 70. Думаю попробовать включить, но, как вы видите, я надеюсь, он просто разряжен. Сейчас найдем блок питания и поставим на зарядку. Вот он, блок питания. По параметрам блок питания это 5 вольт 2,5 ампер. Я думаю, разъем такой точно не составит труда. Он похож такие, как обычные светодиодные ленты, но там параметр 12 вольт, здесь 5 вольт. Но я думаю, такой блок питания тоже проблем не составит найти. И он стоит там буквально 1,5-2 бакса. Тем временем, пока у нас аккумулятор на зарядке, мы посмотрим дальнейший комплект. Так, в комплекте крепления, сейчас мы будем рассматривать, я точно вспомню, что здесь к чему. Есть вот такое вот крепление, прекрасно помню, что это магнитное крепление, вот это вот, это не металл у меня. Короче, суть такова, что да, вот мы крепим где-то его, и отодрать потом реально тяжело. Здесь неодимовые магниты, внутри крепим вот сюда, здесь крепление у нас есть, вот примерно таким вот образом это может смотреться. Может смотреться таким вот образом, потом точно так же мы сдвигаем его так, в одну сторону, в другую сторону, и крепим помимо штатива, можем там, ну не знаю, на металлический профиль, можем вот это вот где-то закрепить и сюда же его примагнитить. Держит, я думаю, тут и мой вес выдержит. Ну, это я чисто, честно говоря, немного утрирую, но во всяком случае крепление хорошее. И что это? Вот такая вот тренога. Комплект это все. Да, пока вот это вот весь комплект. Вот такая вот тренога, которая может, да, чтобы правильно выставить по уровню, к примеру, здесь есть пузырьковый уровень. И есть возможность двигать, да, смотрите, по всем осям это сдвигается. Здесь таким вот образом это крутится, и наша тренога здесь двигается. Вот, ну, в общем, можно сказать, во все стороны двигается туда, куда нужно. Это все металл. Сюда, естественно, устанавливаем наш лазерный уровень.
Так, и здесь у нас есть крепление, тут только крепление здесь у нас мелкое, не помню, как оно называется где-то, здесь, по-моему, 3 на 4 крепления. И настал момент все-таки, наверное, посмотреть на штатив. Я на всякий случай штатив заказал, потому что, ну, не знаю, подойдет, не подойдет мой. У меня штативы есть, фотоштативы, но я более чем уверен, что здесь штатив может быть еще проще. Мне, в принципе, другого и не нужно, потому что фотоштатив остается фотоштативом, а это уже будет для... Единственное, конечно, что чемоданчик. Хотелось бы, чтобы был им на штатив нормальный, адекватный. А, ну, здесь, знаете, такой вот тканевый обычный мешочек есть для транспортировки. Ну, уже, в принципе, не все так плохо. Да, и смотрите, штатив здесь как раз устанавливается на... Вот куда штатив устанавливается. Вот. Вот так вот все это устанавливается. Штатив должен, да, быть еще. Вот это вытаскивается. Здесь фиксируется его голова. И никто нигде никуда не девается. Качество видно, конечно, не супер. Тонкий пошарпанный алюминий. Ножки так, ну, вы видите, здесь я не знаю, что она пережила, но во всяком случае это строительный и материал, и думаю, будет, никто его от царапин жалеть не будет. Но во всяком случае, вот такая вот вещь у нас сейчас присутствует. Так, максимальная длина вот этого вот штатива, точнее высота, 116 сантиметров. Ну, так, по крайней мере, указывает производитель, а там будем смотреть. Ну, и здесь уровень точно так же присутствует. Итак, давайте включаем, поворачиваем. Да, включился на он. Смотрите, по идее, если я сделаю вот так вот, отклонение там больше 4 или 5 градусов, он сразу предупреждает. Если меньше 4 или 5 градусов, он сам выравнивается. Ну вот смотрите, на линии, например, ну вон здесь или здесь, он сейчас, видите, и сразу стабилизируется. То есть буквально секунда дела, он сразу стабилизируется. Кнопки управления H. Это горизонтальная линия включения-выключения, можно вообще выключить. И V – это вертикальные линии. Видите, еще одна линия добавилась и еще одна. Получается, у нас вот сейчас включены все 12 линий. Естественно, это призма и спереди. Вот, все хорошо, вот это вот все видно. То есть угол захвата у нас получается 360 градусов, потому что есть со всех сторон у нас линии здесь, здесь и здесь, по всем плоскостям. Но можно сказать, это хорошо, удобно, и я думаю, будет то, что надо. Стекло есть, да, здесь есть стекло, линии видны все, да, и с одной и с другой стороны линии видны полностью. И когда мы выключаем лазер, то он блокируется. То есть его для переноски, для транспортировки здесь ничего страшного нет, когда вот так он выключен. Если мы включаем, то он регулирует сам себя во всех плоскостях. То есть, ну, хорошо, удобно. Так, как я и сказал, я любитель, я пока заказал его для того, чтобы упростить некоторые процессы, ремонтные работы. Ну, дома практически все, что связано с, например, с укладкой плитки, с поклейкой обоями, для того, чтобы выставить маяки, профиль установить правильно, установить мебель по уровню, встраиваемую мебель, встраиваемую бытовую технику. Вот это вот все можно с помощью такого вот
интересного лазера. Причем это упрощает, значительно упрощает, если вы ваш процесс работы, если вы привыкли делать все по старинке с помощью пузырькового уровня, который там небольшой или большой, либо же по отвесу, то вот эта вот вещь значительно упростит вам жизнь. Итак, по характеристикам я некоторые уже озвучил. По поводу работы, заявлено здесь 8 часов работы, это полный рабочий день. Если несложно, берете с собой зарядное устройство, он работает также, кстати, от зарядного устройства. Если батарея села, сразу можете подключать зарядное устройство, и будет все хорошо работать. Дальше, по характеристикам еще. По погрешности заявлено 2,2 мм при измерениях до 30 метров. Ну, максимальное измерение 30 метров. Там не указано, что при 30 метрах может быть максимальная погрешность 2,2 мм. Указано, что максимальная может дальность измерения 30 метров. Хотя, даже не знаю, лазер, я думаю, добьет. Но есть другие нюансы. Погрешность 2,2 мм. По тестах, то, что я смотрел, при 5 метрах погрешности практически нет. Она, погрешность присутствует в районе 1 мм. Сам лазерный луч, ширина получается на 5 метрах 2 мм, на 1 метре 1 мм и при 10 метрах 3 мм толщина лазерного луча. Соответственно, как раз на 10 метрах может быть вот эта вот погрешность до 3 мм. До 3 мм. Дальше, ну я не знаю, во всяком случае это не столь профессиональный уровень, с которым будете работать вы, если вы профессионал. Ну, во всяком случае, это больше для домашнего использования, для обычных работ, для строительных работ в доме, в квартире, но не в каком-то промышленном помещении, цехе, складе и прочем. По калибровке, говорят, он достаточно хорошо откалиброван. Это я смогу проверить уже, когда займусь ремонтом. Здесь в данном помещении у меня все в порядке. Естественно, есть другое помещение, в котором будет делаться ремонт, и причем там очень-очень много всего. Ну, надеюсь, вот этот вот малыш мне поможет. А, смотрите, здесь еще есть кое-что. Если вы хотите, чтобы у нас выравнивания не было, а вы сами строили по плоскостям так, как вам нужно лучи, то, естественно, можно самому включать. Без вот этого вот включения, без поворотного колеса, оно блокирует. И сейчас вот лазер вот заблокирован. Если я включу так, то наклоны, вы видите, отклонение больше 5 или 4 градусов, и он никак не реагирует. Ну, в принципе, вариант такой вот еще возможен. Может, что-то есть еще более подробно, я, конечно же, либо дополню этот видеоролик, либо, если хотите, уже опыт использования досниму уже в отдельном видео. И да, кнопки управления здесь сенсорные. Можно просто-напросто прикасаться, нажимать не обязательно. Прикасаемся, и все срабатывает. Сейчас просто батарею вытащил, она стоит на зарядке. И да, зеленый луч намного ярче и лучше видно, чем обычный красный. Он, во-первых, ярче, а во-вторых, видно даже на светлых поверхностях. Вот сейчас, обратите внимание, у меня работают два софтбокса, еще сверху освещение, и как замечательно видно вот эту вот линию, видно здесь линию, и если посмотреть, и на стене линию видно. Как видите, достаточно-таки неплохо на светлой стене. Все это хорошо видно и работает. А вот красный уровень у меня был, он простой, по типу как Deco продается, по типу как Intertool. Одни из самых простых, которые стоят, ну, почти в два раза дешевле, чем вот этот вот. Но, во всяком случае, ну, даже не то, что дешевле в два раза, а меньше. Там, к примеру, он около 50 долларов стоит, да? А вот этот 70, по-моему. И вот разница там, тот практически не видно, но там только две линии, которые делают перекресток. Это горизонтальная и вертикальная. Здесь 12 линий. Ну, разница как бы есть. А по данному ролику у меня, в принципе, все. Ссылку на вот этот вот уровень я оставлю в описании под этим видеороликом на продавца. Хотя, ну, смотрите, не знаю, все равно немножко есть следы
следы там потертости, как будто, ну, может быть, им никто и не пользовался, но во всяком случае видно, что это, ну, немножко небрежно собрано, немножко небрежно все транспортировалось и прочее. Но во всяком случае ссылку я оставлю, а там дальше смотрите сами. Моя история была такова. В итоге у меня получилось два уровня. Если вы не спешите, имейте в виду, что продавец может немножко дольше отправлять. И оставлю ссылку на официальный магазин Hilda. Там можно будет приобрести данный точно такой же уровень, но как там с отправкой, я не знаю, ничего сказать не могу. А по данному видео у меня все. Если вам этот ролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч!